Друзья, это Music Mag TV и Music Mesa 2015. В моих руках сейчас новый микшер от компании Behringer. Он называется Behringer Xenix QX602 MP3. Собственно говоря, название здесь говорит само за себя. Что здесь нового? Из нового здесь возможность подключения MP3 плеера. Точнее, даже MP3 флешки. Мы подключаем сюда любую флешку с MP3 файлами, включаем плеер и слышим этот замечательный звук. Для владельцев небольших кафе или всех, кто любит ставить фоновую музыку прямо с флешки, это идеальное решение. Что еще здесь есть интересного? Ну и как на классических микшерах от компании Behringer, Behringer Xenix. Здесь у нас два инструментальных либо микрофонных входа, два стереофонических линейных входа, возможность посыла звука на AUX-шину, на которой он находится, процессор эффектов с двумя алгоритмами реверберации и дилей. Здесь мы можем их переключать. Также имеется возможность фантомного питания, AUX Return и вот такая вот интересная функция роутинга MP3 сигнала. Мы можем его направить на 5-6 вход, можем направить его на контрольный выход или на main mix. Друзья, я думаю, очень скоро эта модель появится в России. Обязательно обратите свое внимание. Я думаю, будет пользоваться очень большим спросом. Итак, это Music Mag TV. Мы исследуем выставку дальше.